Строительство нового общеобразовательного учреждения в селе Яндере начали еще летом. Бетонные и монолитные работы позади. Сейчас на объекте бригада из 20 человек трудится над возведением стен. Все качественно и без задержек. Идет работа хорошо. Вложим кладку окон. Идет к завершению. Стройка идет быстрыми темпами. На возведение каждого этажа рабочим требуется приблизительно 30 дней. Закончив первый этаж в рекордные сроки, бригада вот уже неделю работает на втором уровне. Сейчас самое главное – отстроить внешний каркас стен, после чего рабочие займутся временными опорами. Их заменят на бетонные перегородки. Закончили фундамент, стены основные. Сейчас идут перегородки. Внутренние и наружные стены и складки. Вообще-то он... Так-то нормально, работа двигается хорошо. Условия неплохие для работы организованы. Все, что необходимо, у нас имеется материал, все завезено, все готово для этого. А после кладки стен что продолжите делать? Мы после кладки стен начинаем уже кровлю, верхние этажи, все это закон будет закрываться. И после кладки сразу начнется электрика. И последующие виды работы, соответственно, какими должны быть. Школа, рассчитанная на 250 мест, проходит по линии регионального Минстроя. Перед тем, как возвести здание, рабочим пришлось проделать немалый фронт работ. Снести старые постройки, вырыть котлован и подготовить так называемую подушку для фундамента. Рельеф непростой, однако все запланированное не только было успешно выполнено, но и с опережением графика. Пока новое бетонное здание мало напоминает новую инновационную школу. Однако после всех внешних и внутренних работ здесь появятся просторные аудитории, большой актовый зал, гардеробные, санузлы. А двор украсит игровые и спортивные площадки, а также новый спортивный зал для всех видов спорта. На протяжении всего времени за стройкой наблюдают как местные жители, так и сотрудники управления капитального строительства. Очень регулярно сюда приходят депутаты местного самоуправления, местные жители. Они очень рады, что для их детей строится такая новая школа. Тут раньше на этом месте была старая школа, она жила своего. А сейчас новые технологии, новые стройматериалы. Регулярно мы ведем строительный контроль, чтобы за качеством работы применяемых на этом строительстве. Так, по графику мы идем. Без отставания. Чтобы приблизить момент открытия, рабочие намерены трудиться в усиленном темпе. Завершение строительства запланировано на декабрь 2020 года. Идрис Ижиев, Магомед Белокиев, Новости 24.